Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет обзор на вот такую минеральную воду Рычалсу. Вот. И хотел передать привет Бравл Старсерам, Роме Чуханову, Асали Жиркову и Даирчу Сгущенкину. Вам большой привет! Вот, друзья, и, короче, давайте почитаем, что тут у нас. Минеральная вода Рычалсу. 0,5 литров. Вот. Написано: вода минеральная, природная, питьевая, лечебно-столовая. Разливается на источнике. На источнике Рычалсу. Разливается на источнике. Написано 1862 год. Вот. 1862 года. Такая вот красивая бутылочка. Здесь тоже нарисовано, смотрите. Вот так. Рычалсу написано. Я думал сначала, что слитно пишется, а оно пишется через тире. Рычалсу. Так, а кто ее производит, интересно? Друзья, тут так мелко написано, что я даже не вижу. Сейчас посмотрим. Блин, очень мелкий шрифт. К сожалению, очень мелкий шрифт. Я это не вижу. Прям очки нужно покупать. Вот так, если... Нет, друзья, не вижу, кто производитель. Очень мелкий шрифт. Вы сами вот посмотрите. Вот. Вы прочитайте, если видно будет. Вот этикеточка. И вот этикеточка. Вот тут написано, кто производитель, друзья. А так просто очень мелкий шрифт, не могу прочитать. Не видно. Вот, в общем, друзья, будет у нас обзор на вот такую вот воду. Вот такая красивая бутылочка. Мне похоже, эта бутылочка похожа как на маленькую бутылочку шампанского. Что-то есть общее такое по форме. В общем, давайте нальем стаканчик, да? Так, откроем. Так, давайте вот так. Нальем. Так, а потом еще нальем дальше. В общем, на вид, ну вот видите, такая она красивая прозрачная водичка, газированная, прям видны пузырики с газом такие. Ну что, друзья, будем пробовать. Ну, могу вам сказать, что это с первого глотка мне именно сразу понравилось. Такой вот именно приятный вкус. Приятный вкус. Какой бы он, как бы описать, он... И нету вот именно, знаете, как в некоторых минеральных, вот именно вкус такой... Немножко соленый, да? А тут такого как бы вкуса нет. Она не соленая по вкусу. Такая очень приятненькая. Освежающая. И газированная. Чувствуется, что газированная. Вот, ну, вы сами видите, да? Пузырьки газа на стенках стакана. Вот. Вкусненькая водичка. Сразу могу сказать, если по пятибалльной шкале оценить, то на пятерочку. Она именно очень вкусная, очень приятная по вкусу. Такая освежающая, как бы в меру газированная. Ну, именно как бы такая вот именно приятненькая. А мне еще, знаете, напоминает, что этот вкус напомнил, как я ехал на поезде это на юг, потому что что-то похожее я пил это, может, такую же воду и пил Рычалсу. Вот я не могу вспомнить, какую воду пил,
Но вот мне этот вкус напомнил именно дорогу, путешествие на юг, на поезде. Вот. Ну что, еще нальем, друзья? Такая бутылочка красивая. Вообще, такую бутылочку даже жалко выбрасывать. Да, бутылка настолько красивая, вот мне нравится, правда, похоже как на бутылку шампанского, что даже вот пустую бутылку это жалко выбрасывать, может ее оставить или чего-нибудь использовать потом. Такая, ну, красивая. И такой цвет у нее зеленый, насыщенный прям. И в стаканчике, видите, минеральная вода смотрится красиво, такая прозрачненькая, вся в этих пузырьках газа. Вот такая водичка минеральная рычалсу. Да, приятненькая такая на вкус. Такая освежающая. Если, допустим, вот так пить захотелось, да, и вместо простой воды выпить бутылочку такой минералочки. Холодненькая, из холодильничка. Это, кстати, она такая из холодильничка, но холодненькая. Такая очень приятная по вкусу. Особенно, наверное, летом, если в жаркий день, то это вообще кайф. Выпить такой минералочки. Да, очень клевая, друзья. 5 баллов. На пятерочку по пятибалльной шкале. Очень вкусная минеральная вода. Ну что еще? Нальем, тут еще осталось. А эта бутылочка 0,5 литра, друзья. 0,5. Вылил, то есть еще пока не выпил всю. Да, красивая бутылочка такая на вид. И вкусная минеральная водичка. Очень такой приятный вкус. Приятный, освежающий вкус. У меня дочка младшая, Лизочка, очень любит минеральную воду. Но она, как и лимонады всякие, любит сладкие, но и минералку она тоже очень любит. Она мне частенько просит, чтобы я купил минеральной воды. Ей нравится очень. Вкусная водичка, приятненькая. Запаха никакого нет у нее. Приятная минеральная газированная водичка. Водичка рычалсу. Интересно, это как-то переводится, может, рычалсу, что-то обозначает? Я, честно говоря, даже не знаю. Может, это просто название источника?
Друзья, ну все. Я выпил всю водичку. Это у нас был обзор на минеральную воду Рычалсу. По пятибалльной шкале она получает 5 баллов. Вот. Очень вкусная, освежающая, приятная на вкус водичка. Вот. Ну а вам, друзья, спасибо огромное за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Пишите комментарии. Вот. Ну и хочу вам пожелать счастья, здоровья, удачи и всего самого наилучшего. И пусть все ваши мечты сбываются, и пусть все у вас будет хорошо. Все, друзья, всем счастливо, всем пока и до новых встреч. Увидимся. Всем пока, друзья.